Мы сегодня переходим от школы знаний к школе навыков. Это ключевая трансформация. Время показывает, что навыки значительно более важны и ценны как для личности, так и для общества и доминируют над знаниями. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Вполне достаточно. Во-первых, чтобы дети в школах запомнили дорожные знаки и не бросались под машины. Во-вторых, чтобы они выучили таблицу умножения, но только до 25. В-третьих, чтобы они научились подписывать свою фамилию. Больше им ничего не надо. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер об образовании для русских детей. От детских садов до вузов, включая вузы, вся модель образования должна быть изменена. Мы пытаемся воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную сегодня модель образования, напихивание детей огромным количеством знаний. Необходимо поддерживать низкий образовательный уровень украинцев. Следовательно, надо применять соответствующую школьную политику. Трехклассные школы уже дают слишком высокое образование. Эрих Кох, рейхскомиссар Украины. Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до 100. Каждый образованный человек – это наш будущий враг. Следует отбросить все сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с железной решимостью. Адольф Гитлер.